тебе, Маша? Мы будем сегодня играть? Не знаю. А ты как думаешь? Вот и я не знаю. Ну, конечно, Машенька, конечно, плюшевый мишка. Мы будем сегодня опять играть в нашу радиоигру «Давай поможем дома». И не только мы, а и Наташа Курочкина, и еще одна Наташа, ее фамилия Мельникова, и две Оли, Жоголева и Игнатьева, и Лёня Ракович, и Таня Сафонова, и все-все ребята, что прислали нам письма. Мы их всех приняли в нашу радиоигру. Ну, Машенька, ну, плюшевый мишка, игра начинается. Начинается. А как она сегодня будет называться? Про старую кастрюльку и пестрый передник. Почему? Почему? Вот начинайте играть, тогда узнаете. Хорошо, мы начинаем. Мы уже поем нашу песенку. Мы поможем дома, мы поможем дома, будем дома помогать. Подметаем пол мы, вытираем пыль, мы будет в доме чистота и красота. Подметаем пол мы, вытираем пыль, мы будет в доме чистота и красота. Вычистим кастрюлю и посуду мы поставим в шкаф. Надевай передник, будешь ты хозяйка хоть куда у нас. Надевай передник, будешь ты хозяйка хоть куда у нас. Мишенька, сказать тебе секрет? Я люблю секреты. Сегодня я попросила маму: мамочка, пожалуйста, разреши мне одну вещь. А мама тебя спросила, какую вещь? А ты откуда знаешь, что мама меня так спросила? А как же ей тебе разрешить, если она не знает, о чем ты ее попросишь, ну? Я ее попросила: разреши мне помогать тебе готовить разные-разные кушанья. А мама что? Сказала: покажи мне свои руки. А руки у тебя были грязные. Ты откуда догадался? Догадался? Сам не знаю, откуда, только догадался. Мама сказала: с такими руками хозяйничать нельзя. Правильно. Так это же проще простого. Нужно хорошенько их вымыть с мылом, сухо-насухо вытереть полотенцем, и твои руки будут чистыми. Мишенька, какой ты умный. Я так и сделала. А мама? А мама сказала: но без передника на кухне хозяйничать нельзя. Вот освобожусь, сошью тебе передник. Ну? Так ведь придется 1000 лет ждать, а мне хочется поскорее. Да, так это же проще простого. Давай сами сошьем себе передники. 2 передника, один тебе, другой мне. Мы не сможем. Ну? А мы позовем на помощь нашу знакомую волшебницу Иглу. Правда, я чуть не забыла, что у нас есть знакомая волшебница. Давай звать. Только пусть ребята нам помогут, и Оля, и Наташа. Ребята, помогите нам. Давайте вместе звать волшебницу Иглу. Волшебница Игла! Волшебница Игла! Пожалуйста, сюда! Мы просим вас сюда! Кто меня зовет? Я зову девочка Маша. И я зову плюшевый мишка. Ну вот, я пришла, я здесь. Зачем я вам нужна? Нам нужно скорее сделать передник, чтобы помогать маме. 2 передника мне и Машеньке. Хорошо. 1, 2, 3. Пусть каждый из вас найдет лоскуток величиною с папин носовой платок. Ищите. Давай искать. Так. Вот я нашел. И я нашла. У тебя какой? С красными полосками, а у тебя? С синими звездочками. Такие годятся. Отличные лоскуты, вполне годятся. А теперь найдите другие, поменьше. 1, 2, 3. Пусть этот лоскуток будет величиною с мамин носовой платок. Ищите. Сейчас найдем. Я ищу. Я тоже ищу. Я кругом ищу. Я нашла. И я тоже нашел. Машенька, у тебя какой? Голубой с цветочками. А у тебя? А у меня зеленый с белыми горошинами. Это ничего, что они у нас разные. Это даже лучше. Передники будут очень красивыми. А теперь оба лоскута подшейте. Каждый с 4 сторон. Я помогу. Подошьем лоскут мы, подошьем лоскут мы. Вот, как ровно подошьем. Мы сошьем передник, мы сошьем передник. Будем мы в передниках ходить. Мы сошьем передник, мы сошьем передник. Будем мы в передниках ходить. Готово. Подшили лоскуты. Молодцы, очень хорошо. А теперь пришьем один лоскут к другому. Большой лоскут – это будет низ передника, а маленький лоскут – это будет верх передника. Подошьем лоскут мы, подошьем лоскут мы. Вот, как ровно подошьем. Мы сошьем передник, мы сошьем передник. Будем мы в передниках ходить. Мы сошьем передник, мы сошьем передник. Будем мы в передниках ходить. Пришила. И у меня готово. А как же он будет на нас держаться? Ты умная девочка, Маша. А мы пришьем к нашим передникам завязки. 2 к уголкам большого платка. Эти будут завязываться сзади на спине. И 2 к уголкам маленького носового платка. Они будут завязываться сзади на шее. Понятно? Мне понятно, потому что вы нам помогаете, волшебница Игла. А я сама работаю головой, и мне тоже понятно. А теперь... я ухожу. 1, 2, 3. До свидания. Ушла. А мы не успели даже сказать спасибо. Да, но теперь нам понятно, как шить передники. А вам? Вам, ребята. Оля, Наташа, Лёня, Таня и все остальные. Вам-то понятно, как можно очень легко и быстро сшить себе передник? Если кому-нибудь будет непонятно, спросите у своей мамы. Но если будете работать головой, как плюшевый мишка, то сообразите сами. Конечно, так быстро вы не сможете подшить лоскуты, ведь рядом нет волшебницы иглы. Но обязательно напишите, кто из вас сделал себе передник из 2 лоскутов, похожих на 2 носовых платка, одного побольше, другого поменьше. Ну, а теперь, Маша и Мишенька, покажите мне свое шитье. Вот, смотрите, хорошенькие переднички, правда? Да, хорошие. Нам помогала волшебница Игла, но теперь мы можем и сами такие сделать. Чей лучше, мой передник или плюшевого мишки? Оба красивые, очень красивые. Нет, вы честно скажите, мой или Маша? Я честно говорю, оба хороши. Ну, тогда ладно. Маша, Маш, а где Маша? Маша? Маша, где ты, Машенька? Вот же я, вот. Ой, я так испугался, что ты убежала без меня. Никуда я не убегала. Я просто познакомилась с одной кастрюлькой. С кем? Ну что ты на меня так смотришь? Ничего нет особенного. Просто я познакомилась с одной очень несчастной кастрюлькой, которая очень горько плачет. Машенька, ты не путаешь. Я что-то не представляю себе, чтобы кастрюлька плакала, да еще горькими слезами. Видишь ли, Машенька... Вы мне не верите? Да нет, ну не то чтобы не верим. Очень это странно, понимаешь? А как ты думаешь, плюшевый мишка? Я, по правде говоря, ничего не думаю, но... Значит, и ты мне не веришь. Кастрюлька, кастрюлечка, иди-ка сюда. Вот она, несчастная кастрюлька. Я... пришла сюда за помощью. Нет, вы только подумайте. Когда я была новая, со мной так возились. Меня мыли, терли, чистили. А я варила такие вкусные щи, такую вкусную картошку, такие вкусные грибные супы. А теперь, когда я загрязнилась, постарела, меня знать никто не хочет. Разве это справедливо? Нет, нет, это очень несправедливо. И мы тебе поможем. Главное, у меня страшно закоптилось дно. Стало таким грязным, просто ужас. И вот из-за этого меня сняли с полки, где стоят чистые кастрюли, миски, плошки, сковородки. кинули в угол, и я должна прозябать. Как не обидно. Миша, надо ей помочь. Обязательно. Ну как, ты знаешь? Не знаю. Я еще никогда не был знаком ни с одной кастрюлькой. И я тоже. Что же нам делать? Да. Я придумал. Тра-ла-ла, тра-ла, я придумал. Говори скорее. Ты не знаешь, я не знаю, но ведь есть люди, которые знают. Вот мы их сейчас попросим, чтобы они нам помогли. Ребята. Ребята. Это просим мы. Я плюшевая мишка. И я девочка Маша. Ребята, Оля, Наташа, Лёня, Таня и все остальные, помогите нам. Напишите, что надо сделать, чтобы грязная кастрюлька снова стала чистой. Чтобы ей не было стыдно стоять на полке, чтобы в ней опять варились и щи, и борщ, и картошка, ну и все, что вам захочется. Да-да, ребята, помогите мне. Это прошу я, кастрюлька с закопченным дном. А еще напишите, кто какой передник себе сделал. Или нарисуйте, кто какой хочет сделать. А наш адрес вы помните? Москва, радио, вещание для самых маленьких. До свидания, ребята. До свидания.